Доброе утро всем. Сегодня у нас воскресенье. Такая красота. Я поехала на барахолку снова сегодня, потому что мне не хватает вещей на неделю. Так что мне нужно сегодня добрать как минимум 30 вещей. Океан спокойный такой. Даже свежий воздух чувствуется немножко сегодня. Вчера было душно-душно. Поехала, заеду в Starbucks, возьму себе завтрак. Свой любимый Pumpkin Spice Cold Brew. Ну и breakfast сэндвич, который самый типа полезный у них. Turkey bacon, который называется. Ладно, погнали. И снова я. И снова на любимой барахолке. Идем искать барахлишечко. Так, ну что? Что у нас здесь? Интересно. Кожаные такие тапки. Made in Brazil. Что мы сегодня здесь откроем интересно? Очень бы хотелось что-нибудь интересненькое сегодня найти здесь. Нашла джинсы, только джинсы Zara. Пока все на данный момент. Пена вчерашнего, где я сейчас хожусь. Так, думала, в тишине поснимаю. Угу, размечталась. Все, включили музон. Что здесь у нас за фирма такая интересная? John Elliott Company, неизвестно. Интересно. Ну, пока, как вы видите, одно барахло. Лаки бренд, мужские джинсы для меня, не знаю, не продаются. У меня есть несколько. Одни только я продала, мне кажется, и все. Поэтому я даже не буду их подбирать. Винтаж. Я уже смотрела, но... колючий свитер, я не знаю, Sears Premier Collection, 60% шерсти, и есть мохер и найлон, made in Italy. Такой вот интересный винтажный свитерок итальянский, не знаю, стоит ли мне взять такой винтаж. Это я подбирала, помните, в самом начале свитера винтажные, они так долго у меня все сидят, не знаю, даже поэтому не хочу я подбирать. Вот винтаж. Эд Шерон. Концерт Эд Шерона.
Ну, сейчас она, кстати, начинается с следующей недели, что ли, кино про, как ее называют, Тейлор Свифт. Говорят, что он побьет все рекорды, даже Барби. Барби побьет. Его дела. Такие вот есть тапочки от фирмы Merrell, с фирмой Vibram. Я находила такие, но взрослые, продались достаточно быстро. У меня, не знаю, стоит ли взять такие попробовать. Наверное, я не буду брать, потому что они все, знаете, такие помятые, скажем так, потасканные, шорканные, поэтому навряд ли я буду брать. Опа, лифчики. Такая вот ведьмочка. И снова книги, тонны всяких книг. Да, синий. Чемодан интересный. Тоже кожаный, кстати. Портфельчик такой. Тяжелый такой, а? Jack and Chris называется. Ого, какой прям тяжелый-тяжелый. Я уверена, что деньги все отсюда уже вытащили давно, конечно же. О, похоже на фрай. А, ну это и есть фрай. Только они, видите, все разорванные. Наконец-то они начали менять бены, эти меняли. Сейчас еще новая ротейшн будет. Я только что нашла Ralph Lauren Purple Label. Purple Label я не находила ни разу. Это, мне кажется, один из таких более дорогих. Буду рассматривать потом, если там есть какие-то пятна, дыры и так далее. Так, вот здесь обычный Ralph Lauren. Пятна или что, почему он лежит под мышками, надо смотреть. Слышите, это не то, что я вчера находила и выбросила. Нет, не могло еще здесь оказаться. Нет, нет, а еще одна Ralph Lauren, но это тоже в нормальном состоянии, в принципе. Вот эту возьму, посмотрю. Такие за 20 баксов легко продавать можно. Так что для меня Ralph Lauren это хороший продажный бренд. Петушка Black Rivet. Но она вся, видите, в дырах. Так, что это здесь у нас за брюки?
натурал какой-то. Женские такие, как раз таки такие, которые хорошо продаются. Может быть, я возьму. Пробуем долларов за 10, я думаю, смогу продать их. Вот этот бин, короче, здесь он был накрыт одеялом, и за него никто не стал. А под одеялом как раз таки я нашла эти и Purple Label, еще какой-то там обычный Ralph Lauren. Что-то там я Armani нашла еще. Imperial Armani, который. Или Armani Jeans, типа того. Мне нужно это все посмотреть. Так что под одеялом иногда может крыться богатство, скажем так. Поэтому ройтесь. Особенно в углах, вдалеке никто не роется. Там много тоже можно интересного найти. Так как люди еще там не рылись. Им лень. А мы не ленимся. Мы прям туда, вот видите. Чтобы все просмотреть. Так, пошла я, наверное, новые бины пороюсь. И потом вернусь сюда. Туда новая барахлишка здесь вывезли. У меня уже полная корзина добра, чему я очень рада. Смотрите, Микки Маус ковер, коврик. Merry Christmas. Нашла Эйлин Фишер. Винс. Бренди Мелвилл. Это еще я уже не помню. В общем, нормально так я уже затарилась. Время только 9:16. Получается, только я здесь всего лишь 1:15 где-то. Очень-очень хорошо. Народу немного, мне это очень нравится сегодня. Поэтому роемся. Роемся, ищем. Что за фирма? Марк. Но они все даже, видите, растрепанные, даже если ценные какие-то, нет смысла брать. Так, ну что, здесь все в книгах. Какая-то книга здесь. Все в книгах, вот такие вот пакетики с грушами, с баклажанами. Пластинки. Давно пластинку не покупала. Ну, Кэтрин меня, в принципе, больше не просит. Давно не просила, не знаю. Она быстро. У нее интерес пропадает. Сначала хочет коллекционировать, потом не хочет. Ну и вот так вот. Так, арабик. 15 минут. А что там внутри? Аудиобук. Сиди. Арабский язык изучать. Что здесь интересного? Нет? А, так подождите, то старое, что ли? Вот это новое? Не понимаю. А, похоже, что вот это новое. Я не в тех бинах, видимо, рылась. Нет, я верно рылась. Я все верно рылась. Это, да, потому что вот эти вот сапоги я уже проходила. Фрай, которые вот такие вот. Да, все верно. Это старые, там новые. А здесь какие-то стаканы. Кто-то, видимо, порылся и поставил обратно. Нью-Йорк, смотрите, какая кружка классная. I love New York. Смотрите, это очень классно. Детский New Balance. Такой маленький-маленький. Вот, смотрите. С мою ладошку. Ну что, давайте посмотрим, что я здесь нарыла. Нашла юбку от Free People. Железка здесь нет, но она знает, что это Free People. Такая вот Maxi Skirt.
Так, здесь у меня тряпочка такая от фирмы Knox Rose, абсолютно новое платье. Надо вывернуть. Дальше фирма Винс, мужская рубашка, размер medium, просто такая простая полоску. Дальше это мужская рубашка от фирмы Boss, размер slim small, но я в любом случае хочу взять, она много не весит. Так, здесь у меня что, Ann Taylor, размер small, женский кардиган, open front, такие вот кармашки. Здесь у меня есть рубашка от Ralph Lauren, что она как бумага. Настолько она что ли застирана, что она как бумага уже. Я ее не буду брать, я ее оставлю, она как бумага реально. Natural Collections, размер 12, женские cargo pants, капри такие shorts. Нашла вот такой вот винтажный жилет от фирмы Gap. Вот такая спортивная майка, фирму первый раз такой вижу, называется Vivo Australia, размер large. Для тренировок такая майка. Michael Kors у меня здесь есть. Open front cardigan тоже такой. Размер medium. В таких золотых цветах. И у вас на рукавах вот такие вот пуговички. Так, новые бины сейчас будут вывозить с одежды. Последняя ротейшн, отвратительная просто. Bean Crombie and Fitch, размер extra large. Abercrombie Kids, детское платье вот такое вот. Здесь у меня есть North Face, размер medium. Шорты. Так, я хочу посмотреть эту рубашку, что я нашла здесь. Purple Label. Это Ellen Fusser еще нашла. Тоже такая дорогая фирма. Ralph Lauren Purple Label. Это у нас лен. Рубашка из льна. Внутри нету нигде лейбла, но я знаю, что это лен. Вот здесь написано. Made in Italy, 100% лен. Есть пару пятен здесь на кармане, но не так сильно заметно, в принципе. Это у меня Brandy Melville. Нью-Йорк. Такая, я думаю, быстро у меня продастся. Я уже потихоньку собираюсь, еще нашла кое-какого барахлишечка. Ну, покажу вам все уже подробно, знаете, в этом видео сделаю отдельно. Сейчас еще здесь меняют бины, я, наверное, подожду этого ротейшн. И все, потом уже точно буду уходить. H-E-B, Polo. Но только что я взял и отбросил. Размер 36. Почему он их отбросил? Потому что он даже и не понял, что это Polo. А я их возьму и подберу. Подобрала. Так. Без понятия, что это.
Isabel. Ну, нашла от Free People такой обалденный просто jacket, blazer, куртка, наверное, такая, курточка больше тряпочная такая, женская. Вот трусы есть Calvin Klein, кому нужно. Джон, не продается. Вы знаете, что я пробовала. Шон Джон. Что за блейзер? Что за фирма? Фирма Made in China. Не знаю, что за фирма. Там в кармане, наверное, есть бренд. Сегодня очень много всяких разных одеял. Поэтому приходится их вот так вот отбрасывать, чтобы добраться до одежды. Нашла какие-то джинсы от Zara, две пары женские. Размер маленький, но красивый такой, модель интересная. Блин, как жарко здесь. Они дверь открыли. Очень жарко. Душно. Не жарко. Душно. Вот это последнее барахло, то, что они вывозили, то, что от него осталось. Мы с Кэтри новую игру для себя купили. В Таргет мы ездили с ней. Монополи, но немножко другая она. В общем, игра как типа Монополи, но в стиле Таргет. Типа ты шопинг делаешь. Мне кажется, я вам рассказывала. Здесь какая-то драма происходит. Две тетеньки стоят, других тетенек обсуждают. Так, где те две, которые их обсуждали? Одна ушла, видимо. Так, смотри, я нашла себе на Хэллоуин костюм. Вот такая шапка. Шапка-гамбургер. Было очень много корзин, но их, видимо, кто-то забрал, либо уже они их увезли. Смотрите, какой тапочка какая. Сумки непонятные. Все, выезжаю я. Полная корзина у меня барахла. Идем расплачиваться.